телекомпании. Вместо кисти он берет в руки банковскую карту и пишет полотна. Сегодня в выставочном зале Смольный открылась экспозиция работы Игоря Жаркова «Любопытство слонов». Именно с одноименной картины началось увлечение мастера необычной техникой. Правда, нынешняя выставка посвящена не только четвероногим животным. Мастер своими работами призывает зрителей быть любопытнее. В его картины нужно всматриваться. Череп на черном фоне, посвящение Анне Карениной. На холсте она, Вронский и роковой поезд. А встреча в горах – это не только горы, но и пастухи, волки и ангел. Идея писать картины банковской картой родилась у Жаркова случайно. Увидев красивый закат, художник хотел его запечатлеть. Краски были, а кистей под рукой не нашлось. Достал пластиковую карту свою, банковскую, и стал просто ей вести. Но при этом я почувствовал вот именно такое ощущение, как бы слияние с холстом, потому что очень близко идет палец, то есть ты буквально паришь в сантиметре от поверхности холста. Такой способ рисования Игорь Жарков совершенствует уже несколько лет. Полотна пользуются популярностью. Картины художника не раз выставлялись в Константиновском дворце, в капелле и в залах Елагино-Островского музея. Сотни литров полезного и сладкого продукта. В культурном центре Евразии открылась выставка «Ярмарка».